Так, ВК. А вот это уже... Это уже проблема. Можно, в принципе, взять ВР-ку и... И собрать диффуза. С файером выжигать этому хуйцу суману. Но опять же, это не особо профитно. Маслон друид, гирокоптер. Ну давайте, ладно, попробуем. Антимаг, куда мне антимага? В мид, что ли? Это ж проблема будет. Госвитя, у него лига, ребят, 7. Он Альберта, здравствуйте. Здравствуйте, ребят. Здравствуйте, всем добрый вечер. ОД. ОД нормальная, кстати, тема. Он ману нахуй выжигает ему. Но опять же, ОД это гирокоптеру и к медведю это еще один керри, который будет фармить. На это надо будет время, поэтому это проблема. Поэтому ОД не очень хорошо идет. Слышал про обнову в картишках? Да, что там такое слышал, там будет волевой какой-то или вольный режим, какой-то стандартный, что можно будет дефолтными картами играть против дефолтных. Я пока не совсем, короче, корректно это прочитал и не понимаю, как это будет работать, но это хорошая задумка. Потому что для новичков будет какой-то шанс выйти в легенду своими картами уебищными. Когда ты делал рейдмейкер, в ломбард сдал. Тяжелые времена. Так, где мой кофеек? Кофеек, иди сюда, кофеек Альберту! О, гус. Оу, е. Привет, Алик, как ты? Что нового? Давно тебя не видел, да и вообще давно не заходил больше Билли Талент. Балцафур, спасибо большое за поддержку. Да ничего, потихоньку дела. Пока что все хорошо. Лучше, чем в том году, я тебе так скажу. Топовая кружечка, братик. Спасибо, ребят. Альберт, а где толстенький? Ну, Андрюха отдыхает, наверное, он вчера стримил долго. А где баночки? Баночки будут позже, ребят. Что означает иероглифы на тату? Ничего, ребят, это секрет. Hello, guys, I want pull in tangos, if possible, of course. Thank you, Sven. Thank you, bro. Die box the rover, man. I'm a hustler! И листики, Альберт. Только не забывай про листики. А то я и так на пределе. В Сибири без кумыса равно смерти. Гастроном подвел? С бабушкой смотрим под свечами. Рви ебло с марчиком. Спасибо большое, Верховный Черт. Да, я надеюсь... Альберта, будет сегодня вывец? Сдрился мы всей грязью. Не, сегодня вряд ли. Альберт, вам спасибо. Твоя сука. Быстро все дадим Альберту, а то кофе пьет. Да не, ребят, кола есть, я ее купил, я просто кофейка хочу въебать. Кола попозже будет, но в холодильнике пока остывает. О, гуднис, я просто еще кофе давно очень не пил, поэтому... Что-то захотелось. А, проигнорировал вопрос про лук на ВР. Я говорил, ребята, что он уехал. Что он уехал. GoGame это Кирюха, что ли? Кирюха, здорово. Конечно, это Кирюха, я давно уже не видел на Твиче. Тихо, Гайзис. Отвлекся, Альберт. Ох, ладно, вспоминаем, как играть-то на этих рейтингах.
Ой, курочка, 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 братан! Как ты вылез-то не вовремя? Можно же было брать курочку. А чем без шариков бегает? Ну, все, все хорошо. Братан, вызови шарики, ты меня пугаешь. И те шарики, и эти взял, хорошо. Санстрюков не будет же? Братан, хп у меня мало, напасть для него. У нас тут еще Шемон нахуй лазит, хороший Шемон. Сосуали, кого в супер тактика ебашек хилов будет? Да нет, наверное. Или да, я еще пока что не знаю, ребят, как с доткой пойдет с моим аккаунтом. Отпустите моего друга, вы чего? Братан, мне нечем было помочь. Ну а чё хорошо сыграно-то? Чё я сделаю? Там инвокера, блядь, второй флаской мажет. Хорошо сыграно. Амахасла! О, этот знаменитый London Language. Прям так и ласкает мои уши. Да, только уши и больше ничего. Альберт, когда школу London Language открывать будешь? Ведь она тоже можно взять на работу. Иди нахуй, хуесос. Пингмо. Мутит. Конченый долбоёб, блять. Где твоя фласка? Какая нахуй разница, где моя фласка, блять? Прибегает, умирает и моргает. Чё за болото, блять? Спасибо большое, бабушка Агафья. Не знаю, когда буду открывать школу лондонского лингвича, как говорит дед этот. Пока что не до нее. Хуе путала ебаная. Пришел, поморгал. Хорошо. Че, по зубе решил, ребята? Не знаю, может даже не уйду на зубы. Может, уйду. Статистика была хуёвая, так скажем. Поэтому сейчас там нехуй делать. Да пиздец. Там атаки. Медасик скоро будет. Надо распушивать резко линию и идти за рункой. Да, мы на топе нихуя же не сделаем, да? Ну да, у нас там ни скиллов нихуя нет, я еще постою пока что. Лучше тапочки принесем. Кажется, что на 1к лучше были люди, чем на 4700. Я полностью согласен. Тут вообще конченые дебилы играют. Забейте. Постоял со мной хуесос ебаный, блядь. Повпитывал экспы, хорошо. Медведю ебало набили. Найс. Че он тут ходит? Зачем? Нам тяжело будет этого инвокера убить.
конченый, блядь, идиот. Он даже автоатакой, блядь, попасть не может. По крипу уебал просто Дженада. И хорошо, и мне еще что-то говорит, блядь. Кусок дерьма, блядь. Ну чуть-чуть же. О, Господи Иисусе. Это ГГ. Я уже отсюда вижу, что это въебченко. А нет, добил хотя бы без размена. О, у нас еще и свенчик здесь. Свенчик. И лимончик есть, и свенчик. И форшпирит просто за двоих дебилов задефил. Мог связать. Когда я увидел Дженаду, у меня руки опустились. Поэтому такое. Oh, yeah. Стоит на поле, долбаю, стрекоз с трусами собирает. Стрекозы смотрят на него и нихуя не понимают. Мазафур, спасибо большое за поддержку. Ну то выпизди на такой же левел, как и у меня, потому что он, блядь, со мной в миде стоял. Еще и пиздел на что-то. Кола на чаёк, братан? Нет, это кофеёк и... Нет, кола есть. Кола есть, но попозже будет. У нас, кстати, охуительный пик, я так посмотрю. Просто ужас. Он не будет саппортить, он будет просто всякую хуйню бегать покупать. Тут типа лимончиков, у него 700 голды, у нас ни одного варда на карте. На этом, в принципе, закончился кач у нас. Надо инвокера постоянно ставить, отпушивать. Я уйду, он снесет вышку нахуй. О, Господи, Иисус. Как же этот шаман хочет уебать меня. Найс фит, хуесос. Забежал, блядь, под вышку. Не понимаешь, что там сентри уже давно стоят? Где твоя фласка? Еще раз спрашиваю. Хоть видел хоть одного митера, который фласку сейчас с собой носит? Я нет, не видел. Типа листики там запуленные танго, максимум с собой там 4 танга берут. За свои деньги. Все. Где твоя фласка? Да, сейчас я буду, блядь, себе, собирая на ботл, блядь, привозить фласки. Митер, который, блядь, привозит себе фласку, когда стоит на миде, это, блядь, потенциально проебанный мид, по-моему. Можно подраться, там и свинчик у нас. О, подсмотрячки зашел, молодой человек. Кого-то зацепишь сегодня, нет? Начни драться, пусть тебя начнут бить. Этого не понимает. Он слишком аккуратен для этого. Кто-то будет со мной забегать? Оу, yeah. Булки не расслабляй, больше экшена на миду. Остатчик развел. Болцафур, спасибо большое за поддержку. О, Господи, Иисусе, какая боль. Стан хим, алло! Господи, да долбоеб, блять, эпичный. Я
него есть мана? Да, у него есть мана. Ну ладно, похуй. Я все равно оттуда не убежал. Мог попробовать, но кашка была бы. Все разбегаются от этого ВК, блять. У него есть ульт, но все от него разбегаются. Почему? На таких минутах. Все его боятся, не хотят в него скиллы кидать или что? А как его убивать, если вы все его боитесь? Это просто пиздец какой-то, блядь. Многие в мидеры приносят фласку после того, как баунти берут. Мне кажется, это больше большая бустяка, блядь, в тот же ботл, который ты хочешь купить. Зачем тебе приносить фласку? Хуя чего? Ох, ебать, они тут всей командой, да? Почему у нас бот никто не фармит? Где герокоптер? Почему он летает? Почему, блядь, Свен не фармит? Ёб твою мать. Вот эта команда просто чудесная. Ладно, я не буду гангать тоже. А чё это Бхари Порт? Он же профессиональный игрок, ребят. Зачем так? Ливер без тапочек Линкенсферу делает. Да? Нормально. С харды, блядь. Ладно, это если керри там был, как-то быстренько делал. Но пацан просто вот так вот тебе хуярит. Что это такое? Концепт на барабанчике. Дайте мне ТП. Чтоб мы могли подраться в топе. Опять бы хада умер, да ёб твою мать, что ж такое, не идет игра. Не идет игра. Медведик, живи, братан. Там армлет, да? Господи Иисус. Армлет это плохо, он еще толще стал. Поехали дальше тогда, раз такая катка. Здорово, Фарден. Шаман конченый дебил вообще, блядь. Как же они фидят, ёб твою мать. Расскажи анекдот или историю, пожалуйста. Ну тут сейчас вылезет же. Секунду, я проебал донат с этой дракой. А Вивер, он улетел, да, после ТП. Найс ТП. Так, историю? Белсофур, спасибо большое за поддержку. Да, я с анекдотами не дружу. Да, у Андрюши. К Андрюше была просьба взять у него там какой-то анекдот, это была проблема. Меня попросили рассказать анекдот, я не буду анекдоты рассказывать, ребят. Я не истинный мастер этих вещей. Насчет истории тоже тяжело сфокусироваться, когда ты сидишь играешь. Какую именно историю хотя бы? Надо какую-то тематику хотя бы. Из детства, там, не из детства, с учебы. Так просто взять и историю рассказывать, это надо, блядь, быть каким-то дедом, алкашом, чтобы взять просто начать что-то рассказывать. Это жесть. Как Андрюшка расскажи, чтобы не смешно было. Почему он это? Инвестника стоит. У него проказ, да, и все. Больше ничего не надо.
Господи Иисусе, да что за шейк вы, блядь? Так пизда вообще. Они же сладко бежали, почему? Почему? Я просто еще, блядь, никого, по-моему, не привязал за эту хуйню. Какой рейтинг? Это мейн аккаунт в районе 5000. 4800, по-моему. Ну, тут, наверное, не спасти никак, по-моему. Ёб твою мать. Ай, блядь! Халик после всех этих бустов расслабился совсем. Да есть такое? А не, на самом деле они просто, ну, типа, они видят меня и из-за этого разбегаются. Ну, блядь, там должно было в паре случаев точно связать. Тут что-то вообще не то. Прям совсем не то. Что с Вовом будет сегодня? Не знаю, ребят, посмотрим, как пойдет. Игры на мейн аккаунте. Тебе не 800 ММР играть. Ребят, там гораздо комфортнее играется, поверьте. В плане отношения с людей. Гораздо лучше. Какой-то дебильный БХ, блядь, ко мне прибегает, спрашивает, где твоя фласка, блядь, видит. Нихуя больше продуктивного не делает. Это полный пиздец. Так, надо закупить что-нибудь, листик продать. Да, найс. Как мы, блядь, таймингово два стана выкидываем. Где корнишоны? Корнишоны нужны. Да ёб твою мать! Отъебитесь, сука, ёбаный колдснэп. Какая боль. Юра ещё нет, я вам медаль по себе купил. Ну только саппортом разъебали и все. Это уже будет арма на твоем стриме? Да не знаю, ребята, не понимаю сути игры, если честно. Почему при даблкиле и больше надпись сверху синим подсвечивается? Почему меня это спрашивают? Я что-то туда не выпускал, ребят. Надо гонимчик пойти добить. Поехали на боте это делать. Скрытый пул. БКБшку, наверное, придется варить. Почему больше не играете с Дредом? Дред исключен? Нет, почему? Просто Андрюха вчера стримил игры, в которые не варик было мне играть. Ну, варик, но я типа не хотел варму играть. Кто-то Т надо было ставить и спрашивать, как что там делать. Я ни разу тоже в эту хуйню не играл. Они там шарят и сидеть расспрашивать. Блядь, тут чё это такое? Он мне предлагал вчера ТТТ установить, но такое. Лучше блинк сначала. Мне не нужен здесь блинк, ребят. Мы тут не инициируем, нихуя. У них там БК, прыгать на БК это проблема без БКБ. Я прыгну, я там и останусь. Что это такое выбегает? Пизда мне.
не засейвить, нас никто не может, вот в чем проблема такого пика. Пик просто кусок дерьма, блядь, БХ саппорт. Ну, ну, мека есть, да, ладно. Но опять же, скиллов у нас не особо много против их прокаста. Оу, Отойду на часок-другой. Надеюсь, что ты еще будешь стримить хорошего стрима и крышечка хуй. Спасибо большое, Балсафор. Давай, давай. Раз дела какие-то есть, то давай. Надеюсь, что буду стримить. Вряд ли я на час запустил. Музыка громкая, тебя не слышно. Ребят, пару человек только жалуются, если честно, на это. Давайте еще тише сделаем, не знаю. Хотя и так я сам очень-очень тихо слышу. Сука, на двоечку бы попасть на двоечку. Вот, на двоечку попал. Так, надо БКБ делать. Чего у нас у Мишки? У нас у Мишки Радик есть, хорошо. На Свивером большие проблемы, я не знаю. Там Линкенсфера. Остальным просто похуй? Да нет, вряд ли. Типа, когда очень громко или очень тихо, мне об этом сразу пишут Энди. Ты ошибаешься, что похуй. О, дабл дэмидж, хорошо. Проблемки. Ну, беги дальше, братан, танкуй, у тебя же хп полное. Не убьют тебя в прокаст. Ну, конченый сын дерьма бегает по кустам, блядь. Это же не спейс, это просто дерьмо ебучее. Кусок. Кусок говна. Почему... Почему ты игру, вещи не смотришь? Вещи? А, веги, наверное. Потому что надо было сегодня застримить. Я и так уже сколько там, 2 дня или 3 булки расслабляю. Есть вариант, конечно, на втором мониторе запустить стримчагу. То, что у него блинк, это окей. Его молодым людям добежать придется еще. Вот да, скоро аганимчик будет, у нас будут большие проблемы, я не знаю, как это контрить. Это агенты Гейба? Возможно. Возможно, это агенты Гейба. Ну и опять сейва нет, мне пизда. О господи. Что они делают? Инвокера тоже дагер, это пиздец, надо БКБ срочно. БКБ нажал, и все, команда подтягивается, мы даем пизды. По-другому никак. Успел станчик скинуть. Медведи ебало бьют, герокоптер просто летает. Ой-ой, хороший стан, охуительный. Где же герокоптер? Я же герокоптер со своим колдаун. А, сори, он не может дойти. Бывает. Ай, блядь. Соло гореть будет слишком сильно. Возможно. Потому что дебилы, блядь, играют полные. До сих пор не понимаю пика Баунти Хантера зачем. Охуевший инвокер какой-то бегает. Амахасла! Ради святого семени жизни, поиграя с дредом в ТТТ, там разобраться несложно за 3-4 раунда вполне. С тобой игра сразу заиграет новыми красками. Желаю тебе мягкий знак твердый хуй. Спасибо. Ты конченый ублюдок деграданский, если ты не понимаешь, зачем, блядь, ты вообще, о чем ты пишешь? Какой нахуй дагер, зачем мне нужен? Мы нападаем здесь? Нет. Посмотри на их пик, блядь, сын дерьма ебаного, блядь.
купи себе нахуй голову сначала, блядь, чтобы что-то советовать. Блин, блядь, купи. Зачем? Чтобы для двоюла, блядь, ловить и получать пизды? Так это, блядь, не моя проблема, понимаешь? То, что я блинкнусь, блядь, и там умру, это уже другая будет хуйня. В чем прикол? Мне прыгнуть до Чейкала умереть, блядь? Это что, саппорт какой-то, что ли, блядь? Кусок, сука, дерьмища ебучего, блядь. В смысле даун? Я прыгну, я там и останусь. Там два Иула, блядь. Там скиллов хуева гора, блядь. Все, иди нахуй, конченый, блядь. Обсосок ебаный. Иди Свена в саппорта пикни, блядь. И потом ищи, блядь, проблему. В чем же у нас проблема, блядь? Нам цеплять нечем. Только на Свен саппорт, сука, и Баунти Хантер, блядь. Два миличника ебучих. Бесполезных, блядь. Окей, идут, сори. Два друга обрыганца, блядь. Bounty stop going alone, man. They got worried, so that's... В этом эти фрыжи, конечно, толстые, пиздец. Да по-любому друг друга, я, блядь, более чем уверен, если честно. Вместе играют. Го Вегу комментит. Ребят, нельзя комментировать неоткрытые турниры. Сколько раз можно об этом говорить? Если это не International, не мажор, комментировать нельзя. Он еще одно дерьмо, блядь, ебучее. Не, он выживает еще. Ну вот туловище стоит, алло. Бля, там веток больше нету. Пропусти же меня, медведь. Это не без ВК были, у нас диффуз только я могу в перспективе собрать. Почему не бустинг 1к ММР? Захотелось на мейне поиграть, ребят. Ты же не убьешь, нахуй ты прыгаешь. Попрыгунчик хуер. Ну так вот нельзя ему медведя давать. Зачем он это сделает, блядь? Зачем? Ну он подошел, фиданул просто медведя в 300 голды, блядь, и себе КД поймал. Ёбаный рот. Так, БКБшка есть, найс. Я диффуз пошел делать. Хотя, если ВК купит себе БКБ, это будет пиздец. Будешь веху стримить? Нет, ребят, нельзя. Так, там еще и Егис. Окей. Тогда закинем диффуз, посмотрим, собирает ли он БКБ или нет. Если собирает, то я перекину на другой артефакт. Если не собирает, то диффуз. Для БКБ не слишком дорогой артефакт, чтобы его очень быстро купить. А пока там нет намеков на БКБ, но там денег очень много. Ну,
зачем меня вот так вот прыгать время выдавать что-то? Nice warp. We can fight. Да похуй на кулдаун. No, get back, get away from the warp. Да, ебаная линкетсфера, как она заебала. Блять, не догнать их ничем. Та ебучая стенка еще стоит хорошая. Учетом того, что это было Егис еще? Или нет, это была ульта сейчас? Бер, когда с вебкой стримить будешь, ясно? Иди, иди, нытик ебаный, блядь. Будет очень забавно, если ты сейчас пойдешь и где-то умрешь, блядь, после этого регена. Нет, по-моему, там ульта уходит, если я не ошибаюсь, у ВК. Пойди, Бизон, кулдаун. Don't go, just get back. Надо ВК увидеть, посмотреть, что он там хочет собирать. Верочка уже МКБ, вот это проблема, пиздец. Это большая проблема. Блокера гоним. Там пока хотя бы других дизейблов нету. Пока Мейл Шторм. Откуда варт, блять? Туда потянется сюда, нет? Ну ладно. Придется БКВ въебывать. Ладно, вся команда в миде стоит, окей. Два подарочных долбоёба бегают, блядь. Окей. Это в пизду, блядь. В пизду носом. Что ВК сейчас, блядь, Мейл Шторму покупает, это вообще проблема для него. Так, чё у Мишки? Кираса есть, найс, и Владимир есть. То, что ауры есть, это вообще просто очень хорошо. Вовчик будет? Не знаю, возможно. Там бы пушить начать, да, то там ты один тавр ещё стоит. Али, прояви инициативу и собери парней в доту поиграть вечером. Соло, дреды, Витюшу, как старые добрые. Лёха, ребят, он играет там часов 12 в час, и то, если есть время. Очень тяжело. Андрюха, если играет, то тоже. Либо вечером, либо он стримит. То есть это все, если на стриме делать. Короче, это очень трудно.
каждого там свои дела есть, очень редко получается, чтобы все там были свободны и в один день все это было. Как я инициативу проявлю? Скажу, бросайте нахуй свои дела, поехали стримить. Даггер тупенее, ребят, не буду ее покупать. Смысла нет. Вокер в инвиз просто в охуевшую забегает, потому что знает, что у нас... А у нас есть, оказывается, вижу. Бейте это дерьмо ебучее. Ёб твою мать. Они его убьют? Они убьют его? Слава богу, мама, пожалуйста, спасибо. Спасибо за эту чудесную команду, блядь, которая еле-еле убила их всех. Слава богу. You can get runs. Фласку покупаю. Хорошо. Хорошо. Давай, медведи, кусай. Кусай, кусай, медведи, кусай. Кусай бараки, нахуй. Почему никто не бьет дизейблеров? Вот этих вот, например, 1000 хп бегает. Well played, guys, well played. Сейчас бы в линку дочейкал, я ее сбивал, парень, специально. Это было сознательно. Потому что по-другому ее не сбить. Нашей команды. Когда бы Ха уже там отъехал, или что он там делал, я не знаю. В общем, на меня бежит Вивер, с МКБ в меня стреляет, что мне нужно делать? Я сбиваю линку, может быть, Свен достан, и я фокус файер бы ебанул. Это одно из... Скорее, с чего можно было бы сделать из этой ситуации конфету. Но в итоге все равно все очень прискорбно получилось. На Слинкин сферу нечем сбивать, кроме как вот Баунти Хантер может своими треками обузить. Но Вивер постоянно в такой позиции стоит, либо приходит там второй третий. Правило, файт уже идет. Не умеешь ты, расскажем мы. Пришел как-то в молодости Борис Моисеев к вещуне-гадалке. И нагадала она ему семейного счастья, красавицу жену, кучу детей. Боря так обрадовался, что убежал, забыв расплатиться. Вот пидорас, подумала гадалка. Действительно. На натуре пидорас. Некрасиво поступил. Он слишком быстро разваливается, чтобы там что-то сделать. Какой шейкл, ёб твою мать! Мама! И мы за этот шейкл нихуя не сделали, да? Окей. Вот обо что его привязало? Что это? Я кидал шейклы, были сегодня, ну, такие прям чётенькие. Оно не вязало, а тут обо что связалось? Что это за дерьмо? Ой, блядь. Вот пидорас. Шутник, бля, спасибо большое за поддержку. Забавная очень тема, очень забавная. Алик, работаешь где-нибудь или Twitch твоя работа? Моя работа, Twitch. Twitch. Это моя работа. Как реклама какая-то. Если честно. Сколько взял кофту, как у Фары? Какого Фары? Не знаю, кто такой Фара.
Ой, фокус файера нету больше. Ах ты ж валет. Да ёб твою мать, просто все распрыгались. Окей, у вас мега крипы хуесосы, сосите хуй на базе там у себя под колодцем, блять. Чё, будет последний дефинг? Нихуя, как он подъезжает. Раскумысили его. БД, будешь подходить? Будешь подходить, БД? Не, у вас трон лопнул, сори. Без БХ в миде не было бы победы. Согласен. Согласен. Тут просто БХ все сделал. Алик, добра тебе. Спасибо, ребят, большое. Фитком в ладдер не будешь катать? Не, ребят, я вообще не знаю, что это такое, если честно. Фейсит и... Не хочу. Так. Так. Что у нас там получается? Блять, вот это ММР, это пизда. Я чувствую, как у меня начинает гореть жопа, хоть мы и победили. Это нездоровая хуйня, если ты играешь доту и начинаешь гореть прям с первой катки, это бред. Так, ладно, ребят, давайте перекурчик небольшой и поедем дальше. Где моя мышка? Мышка, иди сюда. 2-3 минутки, ребят, как обычно, по дефолтику. Ширия!